очень мало каких-то вещей, которые требуют какого-то супер-мега подготовки. Потому что у нас полная диверсификация. У вас не требуется никакого космического знания. А мы ведем себя так, словно бы, значит, вот надо 10 лет готовиться, а 10 лет нет, поэтому не будем готовиться. Ну, тоже ловкий ход, мне нравится. Может, не готовиться, может, просто затупить. Так может, в этом все дело? Может, наши цели и задачи в том, чтобы так притупить, там, посмотреть сериальчики, киношки. Для того, чтобы начать, много не нужно. А пока вы не начнете, вы не будете знать, что вам нужно. А когда вы начнете и будете знать, что вам нужно, то окажется, что вам все под рукой находится.